нашей компании был приобретен многоцелевой обрабатывающий центр фирмы Окума. Это станок Multus B200, который позволит нам перекрыть очень большой ряд деталей, сложных в технологическом изготовлении. Станок оснащен магазином на 40 инструментов и поворотной фрезерной головой, что позволит нам обрабатывать детали под различными углами и на различных диаметрах. Для корпусов электродвигателей нам ранее приходилось использовать от 4 до 5 установок на различные станки ЩПУ. Данный станок позволит нам сократить число установок до 2. Изделия, обработанные на данном станке, могут применяться для различных видов механизмов, как в авиатехнике, так и в танкостроении, машиностроении, в энергоснабжении и так далее. Все зависит от того, какую деталь нам необходимо получить. Имея чертеж либо 3D-модель нужного нам изделия, мы с легкостью можем получить это в металле. Работает, в принципе, как и все обрабатывающие центры. Посылается нам 3D-модель необходимого изделия, программистами пишется управляющая программа, собирается наладка инструментов, производится отладка на первой детали и нажимаем пуск. Ну, в Республике Беларусь такой станок является вторым поставленным в нашу страну. Первый поставлен на один из военных предприятий Республики Беларусь, где производят детали для спутников, которых у нас не так много, и военной промышленности. В управлении этот станок не сильно сложен, если имеется хороший специалист. В принципе, здесь стандартный набор, стандартная система управления для станков Окума, как есть на нашем еще одном обрабатывающем центре, и знающий человек справляется с ним с легкостью. В рамках развития механического участка это один из трех многоцелевых обрабатывающих центров. В ближайшее время к нам будут поставлены еще два обрабатывающих центра, имеющих больше габаритные размеры, позволяющие нам перекрыть обработку деталей до 500 мм. Ранее в нашу компанию был поставлен еще один из станков Окума, это пятиосевой фрезерный станочек, который на сегодняшний момент введен в эксплуатацию и выпускает уже годную продукцию. В дальнейшем планируется запуск его работы в 2 смены. Сейчас производится набор специалистов. Один человек у нас уже есть, и 2 сейчас проходят обучение.